Все остальные могут еще и понять, кстати. Достаточно футболист. Не нужно ему себя истязать так, как это делают остальные. 2-1. 2-1. Самюэль Этоо открылся и на опережение не сумел сыграть Богдан Ловант. Разящая атака Интера по правому флангу. Честно говоря, просмотрел, кто там промчался, но то, что передача на Этоо была выполнена идеально, думаю, спорить не станет никто. И Самюэль Этоо делает счет 2-1. Интер выходит вперед в матче против Римской Ромы в игре за Суперкубок Италии. Смотрим еще раз. Лусио. Это Лусио пошел. Смотрите, не стал делать передачу на Милита. Погодил, точнее, с ней, а потом Милита уже получил мяч. Не было там положения вне игры и сделал передачу на Этоо. Лусио прошел мимо двух защитников. Это Де Росси и Пиротто, по-моему, были. И вот вам, пожалуйста. Ну, пускают сегодня, просто дают играть сопернику футболисты римского клуба. И опять в центре обороны беда. Натуральный швах. И Миксес не помог. Жуана там не было. Рисе непонятно, кого страховал, кого закрывал.